Всем привет, мои хорошие! У нас опять закупка продуктов. Начнем с вами с магазинчика овощного. Купили килограмм черешни. Черешня у нас по 220 рублей. Такая она, знаете, средняя еще. Не прям сладющая, не прям вкуснющая, средняя, но очень даже хочется. Помидоры по 150. Написано краснодарский. Ну, не знаю. И картофель здесь, наверное, килограмм. В овощном мы отдали 380 рублей. Так, по пути мы зашли в ларёк. Там продается у нас такое мороженое. Вот купили мороженое. Ну, уже вот, как видите, съели, но решила все равно вам показать. Вот это такое вкусное с кислинкой. Это тоже вкусное, но очень прям приторное. Это у меня старший сынок любит. Мы отдали 220 рублей. Убираю сразу фантики. И в супермаркет еще мы зашли. Еда, куриное филе, майонез, макароны. Так, мента еще взяли. Такой сразу филе, чтобы с ним уже не мучиться. Сахар, песок. Сметана. Другой фирмы не было. Молоко. Тоже что было, что и взяли. Сегодня выходной, поэтому не все есть в доступе. Это младший сыночек себе взял. Так, два перчика. А, такой йогурт. Это старший сынок захотел. Вот этот сыр. Люблю салатик делать именно с этим сыром. Прям очень вкусно получается. Взяла его. Это тоже взяли дети вредность. Сыр ламбер. Другого сыра не было. Мне больше нравится ламбер голландский. Ну уж какой был. Еще один пакетик кефира. И еще один пакетик молока. Вот, собственно, вся покупка в супермаркете. А она у нас вышла 1497. Так, чек уже помяла, пока шла. Ну вот, можете посмотреть наши цены в Омске. Так что вот такая вот покупочка у нас небольшая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.